Сегодня новый день и новая возможность что-то поймать. Ну, сейчас попробуем, что же у нас попадется. Какая будет сегодня удача рыболовная? Будем смотреть. Меняю места. Поклевок нет. А вот здесь вот рядышком работает земснаряд. Очищает дно. Углубляет дно, так можно сказать. Такое ощущение, как будто пепелац летит. Что-то там зацепилось. Никак понять не могу. Вроде дергается, болтается. Ну-ка, ну-ка. Опа, ничего себе. Неожиданный подарок. Ну что, рыбка, готовься в ведро. Хотел сменить место, что тут шумно. А здесь рыбка сидит, вытащил. Даже не ожидал. Интересно. Дурная. Сидеть на месте. Фу, я весь мокрый. Если первая удочка сработала, можно проверить и вторую удочку. И показывает тяжесть, что что-то там есть. Ну и возможно даже чуть-чуть покрупнее. Попробуем проверить свою очередную рыбацкую удачу. Хоп. Удача, удача. Классно. Ну что, отличный результат, по крайней мере, в начале рыбалки. А вот и крупнее вариант. Что, тоже отправляйся туда? Ой, сейчас опять будет все мокро. Вторая рыбка. Ну, а пока ничего не ловится, можно и попить немножко чайку с лимоном. Ну, а также пообедать одной очень вкусненькой конфеткой. Ну, когда ты вылезешь-то. Вот. Пока ел, что-то клюнуло. Очень дергалось, но это не камбала была. Да, это не камбала, это простой битлинг. Вот он, красавец Мерланг. Держать его! Ну, заканчиваю свою рыбалку. Тут начались какие-то строительные работы, шум. Решил домой поехать. Поймал пару рыбок. Достаточно. Ну, была одна рыбалка, там было все. А вот я на второй рыбалке, на второй день. Тоже утром пришел, просидел, и вот только один мерланг попался за 2 часа. Собрал его домой и пошел готовить обед. А обед у нас будет состоять из жареной рыбки. Ту, которую мы поймали вчера и сегодня. То есть на первой и второй рыбалке. Вот такая вот рыбка. Пожарил уже с одной стороны. Теперь с другой стороны буду жарить. Такое аппетитное шкварчание было.
Ну а теперь эту рыбку положим на бумажное полотенчико, чтобы ушло масло лишнее. Так, одна. Ой, какой балдеж. Ну и вторая. Вот так вот красиво получилось. Ну и теперь остатки сладки. Следующая партия. Камбала, ветлинг, второй ветлинг, третий ветлинг. И вот так вот все у нас получается вкусненько. Ну и, конечно же, ножик, вилка, рыбка, огуречек, хлебушек. Все,